у нашего полка самые большие потери, блядь. С нашей стороны? Да, нас почти не осталось. Там было там 1000 с чем-то человек, нас осталось сейчас человек 400. Вообще, с нашей части? Да. Говорил, как уже, блядь, и в бой я то, что заходил, ебать. Только высунулся, ебать, сказал, типа, прикройте меня, высунулся, ебать, пули над башкой, как не полетели, я такой, хуяк, поняла, меня, типа, видят, а я не вижу, я такой, ебать, хуйня, ебать, обратно, нахуй, залез. Где мы сидели, мы только оттуда ушли, туда въебало, блядь, рядом снаряд упал. Потом начали убегать град, знаешь, что такое, Катюша, град. Да, мы да, начинаем да. убегать, ебать, по нам начинает град в жопу лупить нам, блядь, и мы успели, блядь, ой, ебать. Ой-ой-ой. И потом хуяк, ебать, нас оттуда арта кроет, а с другой стороны, это, через железную дорогу, блядь, забегают, короче, нас кольцо берут, оттуда, блядь, это, перестрелка начинается. Я такой, ебать, мы в кольце, ой, думаю, убегал, блядь. Я ебу, блядь, нахуй, постоянно, ну, блядь. Ну, зато бегать быстро умеешь, это хорошо. Ебать, тут прячешься, убегаешь, блядь, там туда-сюда прикрываешь, ебать. Вот, допустим, там, блядь, столько войск было, блядь, короче, нас дохуя, ебать, и мы вдвоем с пацаном прикрывали, ебать, наши все войска. У тебя вот. Как состояние вообще? Начинает чуть уже ехать. Крыша прям, я чувствую. Домой хочу. Накрывает, ебать. Днем еще нормально ходишь, вечером пиздец. Ночь, когда наступает. Самое такое. Но ты после нет. будешь разрывать или продолжать? Если второй раз мы будем сюда заходить, то тогда нет, нахуй. Тогда сразу разорву контракт. Второй раз я сюда не поеду. Ну,